Сони на мансарде телескоп стоит. Через него все звезды видно. Я еле большую медведицу нашел. А она почти все созвездия знает. Старгерл реально. Накрыло тебя, братец. Пап, просто я не знаю, что это такое. У меня никогда такого не было раньше. Ну, девочки, девочки, а тут... Я не знаю, как я раньше без нее жил вообще. Это, наверное, как-то не по-пацански звучит, да? Нет. Нет, совсем нет. Это звучит так, как будто ты влюбился по-настоящему. А первую любовь она, знаешь, сын. Она самая сильная. Вот как у нас с твоей мамой. Один раз и на всю жизнь. Давай садись. Даник, слушаю. Клим, привет. Слушай, нашли водителя фуры того самого. Нужно срочно приехать в отдел. Слушай, а до завтра терпит или как? Такая заваруха. Нужно будет сразу отчет составить. Ладно. Сейчас сына домой завезу и приеду. Давай, пока. Угу, пока. Так что, сынок, если это та самая девушка, тебе, считай, крупно повезло. Серьезный вопрос. Мне кажется, нам пора пожениться. Ну, что мы все вокруг да около ходим? У нас ведь дом есть, все есть. Штампа не хватает. Ты знаешь, я как-то раньше скептически к браку относилась, но теперь, когда посмотрела на Клима и Женю, такая красивая пара, крепкий брак. И у нас не хуже будет. Да? Что скажешь? Назначим дату? Давай я запущу производство, а там подумаем об этом. Ну, что у тебя там? Давай, вываливай. Ну, во-первых, я его нашла. Марченко Геннадий Викторович. Был судим за кражу 5 лет назад. А потом вышел и сменил фамилию на Лебедев. Собственно, поэтому его так просто приняли на работу водителем. Молодец. Гожусь на роль Ватсона? Вполне. Ну что, надо... В розыск подавать, да? Поздно. Сегодня утром его нашли мертвым. О! То есть зацепок у нас нет. А троп у нас есть. Похоже на то. Ну зачем ты меня тогда вызвал? Все могло до завтра подождать. А вот это не могло бы. Ты очень красивая, но у меня есть жена, и я ее люблю. Ник. Привет, мам. Привет. Ну, как там дедушка? Все нормально. Зря переволновалась. Это хорошо. Папа на работу уехал. Ясно. Мам, я хотел тебе сказать, спросить, не могла бы ты мне дать совет по поводу Сони? Ром, давай не сейчас. Я устала и хочу прилечь. Извини, пожалуйста. Хорошо.
Папа дома? Не надо. Ну чего ты? Нам обоим это сейчас пошло бы на пользу. Не надо. Ну чего ты как замороженная? Что случилось? С отцом поругались. Чувствую себя неважно, и я устала. Ладно. Как я рада, что Алик наконец-то предложил тебе выйти замуж. Я думала, придется с ним поговорить, а он сам созрел. Алик, Екатерина Васильевна мне свои сережки с жемчугом одолжит к платью на свадьбу. Какие сережки? Привет, мам. Привет, сынок. Ты не бери в голову, мы с нарядами сами разберемся. Не будем засорять твои светлые мужские мозги. Спасибо. Ну все, я отключаюсь, у меня маникюр. Пока. До свидания. Пока. А ты не рано все это? Мы же вроде договорились, что... После запуска твоего производства. У тебя по графику запуск через месяц. Мы и так впритык с подготовкой успеваем. Ну хорошо. Хорошо. Так, я уехал на работу. Подбросишь сегодня Соню на рисование, а я ее потом оттуда заберу. Конечно. Спасибо, пока. Вчера вечером он сделал мне предложение. Извините, что опоздали. Пожалуйста. Представляешь, кольцо, правда, еще не купила, но ты же знаешь, мужчины, они такие рассеянные. В общем, где-то через месяц ждите приглашения на свадьбу. Поздравляю. Ты поможешь мне с подготовкой? Просто столько дел у меня в голове не укладывается. Нужно подумать, какой ресторан заказать. Я же ничего здесь не знаю. Давай как-нибудь встретимся и выпьем кофе, и обсудим все. Как-нибудь, может быть. Ты же хорошо знаешь город. Подскажешь, что тут где. Извини, у меня занятия идут. Конечно, конечно, я тебя заболтала. Прости, я просто такая счастливая. Женька, можно я тебя обниму? Пока. Это очень неплохо. Молодец. Это импрессионизм, как у Пикассо. Ну, во-первых, Пикассо – это кубизм. А во-вторых, я пока, в принципе, здесь не вижу никакого стиля. И потом у нас в студии мы все-таки для начала учимся выполнять конкретные задания. Ну, а может, я так и вижу? Может быть. Но для того, чтобы выработать свой стиль, нужно научиться выполнять конкретные задания, Вик. Ну уж мне не нравится этот мужик. Я не хочу его рисовать. Ну, хорошо, не рисуйте. Рисуйте кого угодно, хоть себя. Поставьте зеркало и рисуйте. Но для начала мы должны научиться рисовать реальность. Иначе мы дальше не продвинемся, понимаете? Можно выйти? Пожалуйста. Ну, давай. Привет. А я видела, как ты приехал. Сразу чайник поставила. Спасибо.
Поздно, говорят, не берет. Ну, я зла, я хочу извиниться за вчерашнее. Давай, Саныч, привет. Прости, я не права была. Я все понимаю, ты женат и любишь свою жену. Такого больше не повторится. Ладно, договорились. У нас появилась новая информация. Я выяснила, что это уже третий водитель за последние 2 года в этой фирме, который погибает при странных обстоятельствах. О, ты еще всю ночь ли сидела? Ну да. Мне надо было подумать. Соня, сейчас, подожди, пожалуйста, мне нужно кое-что уточнить по оплате, ладно? Окей. Хорошо. Жень, мы можем встретиться, нам нужно поговорить. Поздравляю тебя. С чем? Мира сказала, ты сделал ей предложение, а она счастлива. Я не буду вам мешать. Пусть наши с тобой отношения останутся в прошлом. Да никакого я ей предложения не делал. Она все не так поняла. С того дня, как я тебя увидел, я вообще больше ни о чем думать не могу. Ну, это не важно. Еще как важно. Это вообще теперь самое важное. Жень, мне так много нужно тебе сказать. Ну, давай встретимся в парке. Ну и твоя мать простила отцу долг, и все? Я поверить не могу. Моя мама говорила тогда, что она не будет против наших отношений. Получается, на самом деле они с твоим отцом заключили сделку, чтобы нас развести? Получается так. Мой отец специально познакомил меня с Климом. Когда ты видел нас около дома, у нас ничего не было. Я сказала ему, что встречаюсь с тобой. А потом я пришла к твоей матери. Она сказала мне, что вы женитесь с Верой. У нас с Верой тогда еще тоже ничего не было. Все началось где-то, ну, через год. И опять-таки не без помощи моей матери. Женька, что ж они натворили? Ну, так все и разрушилось. Нет, не все. Не все. Жень! Привет! А что на ужин? Что? Не поняла. Я говорю, ужинать будем? Я голодный, как волк. Сейчас, да, там что-то есть. Я как-то особенно не готовила ничего. Сейчас. Я так давно не вырезала снежинки. Такая красота. Нервы успокаивает. У тебя был повод нервничать? Там одна ученица с гонором попалась. Ну все, вроде уладили. Ты положишь себе сам, ладно? Да, конечно. На секунду, извини. Привет. Привет. Я соскучился. Мы же расстались час назад. Целый час. Я тоже соскучилась. Мне нужно все время видеть тебя, слышать твой голос. Женька моя.
У меня ощущение, что не было этих 20 лет. Для меня ничего не изменилось. Абсолютно. Жень, ты идешь, все сменит. Иду сейчас, секунду. Дома Клим, не могу говорить. Завтра увидимся. Хорошо. Я люблю тебя, Жень. Так же, как и раньше. Целую тебя. Пока. Пока. Жень! Иду. Вот этот зал прикольный. Такой уютный и небольшой. А вот здесь можно шарики повесить. Еще можно музыкальную группу позвать. Мы с Ромкой были на концерте, они так круто каверы исполняют. Да, хорошая мысль. Только папу надо твоего сначала уговорить. Вот и он, легок на помине. Папа! У нас будет просто самая эпичная свадьба. Все так офигенно складывается. Я счастлива с Ромкой, ты вот на мире женишься. Так круто, что мы переехали в этот город. Да, круто. Евгения Игоревна, извините. Я перерисовала вазу с цветами. Наверное, неправильно, да? Ну, почему же? Очень интересный цвет. А главное, он точно передает ваши чувства. Мои чувства? Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, вы влюблены. И само по себе это чувство прекрасно. Спасибо. Аттестацию вы прошли. Поздравляю. Серьезно? Спасибо. А у меня есть идеи, как расширить нашу студию. Ведь мы можем привлекать к занятиям живописи не только детей, но и взрослых, даже пенсионеров. Пенсионеров? Но вы напрасно думаете, что пенсионеры не интересуются живописью. Интересуются. Ну, а коли руководство дало нам задачу больше зарабатывать, то я готова работать больше. Это интересно. Зарабатывать больше денег всегда хорошая идея. Кость, привет, любимый. Ну, не получилось у меня пока с новыми арендаторами. Отлично она прошла аттестацию, не подкопаешься, понимаешь? У меня есть еще одна идея, где взять денег. Не волнуйся, выплатим и твой кредит. Чуть-чуть осталось потерпеть. Но мы же не будем все время в парке встречаться. Ну, к тебе домой я не пойду. Это перебор. Жень, да ну брось. Это наша старая квартира. Туда никто не заходит. Ну, зато там все как раньше. Что такое? Начальница моя. Елена Сергеевна. Ну, ладно. Ты же можешь с мужем прогуливаться. Она прекрасно знает моего мужа. Пойдем скорее. Черт, как школьники. Пойдем. Здесь все как раньше. Та самая. Да. Я потом все части перечитал. Я тоже. Я вспоминал тебя все время. И я тебя. Почему нельзя вернуть прошлое? Зато у нас есть настоящее. Сонь, если бы мне раньше сказали то, что я пойду на такой фильм, я бы в жизни не поверил. Ты чего, не любишь романтические фильмы? Да,
походу, теперь люблю. Я пирог испекла. С яблоком. Будешь? Просто я не знала, с чем ты любишь. Все мне, что ли? Да. Свинь. Слушай, отлично. Я вчера весь вечер голову ломала, какую начинку сделать. Хоть кто-то голову ломает, чем мне накормить. А что, тебя дома не кормят? Да нет. Почему кормят? Только все больше котлетами вчерашними. Ну, может быть, у твоей жены какие-то трудности, или она себя плохо чувствует? Не знаю. Она в последнее время какая-то сама не своя. Витает где-то. Она не делится с тобой? Нет. Странно. Мне кажется, ты такой хороший муж. И полицейский. Можешь по любому вопросу совет дать. Я бы от тебя ничего не скрывала. Слушайте, как они у вас так ровно получаются, я не понимаю вообще. У меня концы друг к другу не прилипают. Давай сюда. Не, правда, я пельмени ни разу в жизни не лепил. Мы обычно их в магазине покупаем, и то, когда мамы дома нет. У нас просто традиция такая – лепить самодельные пельмени. Мы еще, кстати, иногда и блины делаем. О, блин, это тема, кстати. Я, знаете ли, я сам блинодел со стажем. Да кто бы сомневался. Ой, Алик. О, здравствуйте, Тамара Ильична. Ой, как хорошо, что я вас застал-то. Mm. А вы квартиру-то свою не собираетесь продавать? Ну, у меня родственники квартиру хотят купить, ну, чтобы поближе быть. Понятно. Нет, пока не собираемся. Ну, ладно. Ой, а у вас прическа новая. Я не сразу вас и признала-то. Вам идет. Спасибо. Спасибо, счастливо. Ты чего? Да она тебя за миру приняла. Все в порядке? Ну, конечно, в порядке. Нас вычислят два счета. Городок маленький. Ну, давай уедем из этого городка. Хотя бы на пару дней. Только ты и я. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Да. Давай. Ну? Ну, не быть мне поваром, это уж точно. А ты куда поступать собираешься? Я в Москву на юрфак. Вот. Родители копят деньги на обучение. Папа даже сейф домой притащил. На бюджет я, конечно, вряд ли поступлю. А я так люблю маленький город. Ни за что бы отсюда не уехала. Я тоже из маленького городка. Правда? Да. Я вообще мечтала, что когда вырасту, выберусь из этой дыры и навсегда забуду про нищету. Поэтому ты стала английский преподавать? Да. Я вообще первая, кто в своей семье получил высшее образование. Ничего себе. Угу. Да, и потом я переехала в Москву, и тогда началась моя настоящая счастливая жизнь. О, понимаешь, Москва — сила. Ладно, с тобой я куда бы угодно поехала. Школу сначала закончите? Да уж, нюанс. Почему мы не можем поехать все вместе? Я не понимаю. Мир, да потому что я не хочу, чтобы Соня оставалась одна. Потом может приехать мама, ее нужно будет встретить. Я вернусь через сутки. Ну чего ты в самом деле? Так, все, девочки, я поехал. Пока. Все, ведите себя прилично. Не нравится мне все это. Я тут к свадьбе готовлюсь, а он уезжает куда-то. А вдруг он не один едет? Да ладно тебе, он просто заморочен на своей работе. Тебе не стоит об этом думать. Привыкай к статусу жены и завязывай ревновать.
Жена-параноик — это не то, что нужно папе. Я тебе сейчас дам жена-параноик. Жень. Привет. Привет. Пошли. Пойдем. Ты замерзла? Замерзла. Там вот машина рядом. Интересно у вас получается, а? Третий сотрудник гибнет при невыясненных обстоятельствах, а вы хотите сказать, что никакой связи между этими случаями не находите? То есть это я должен искать связь? По-моему, это ваша работа. Ну да. Ну, а эти водители между собой как-то общались? Не особо. А грузы возили одинаковые? Разные грузы возили. Разные. Послушайте, я и правда не знаю, какой черт с ними приключился. Ну ладно. Вы из города пока не выезжайте. Мы с вами свяжемся еще. Хорошо. Знаешь, кто сейчас ко мне приходил? Менты приходили. Послушайте, должен сделать все быстро и так, чтобы ко мне не было никаких вопросов. Ты меня понял? Давай останемся еще на день. Работу я решу, а дома скажу, что задержали. Опять врать? Так врать не хочется. Ты знаешь, я готов оставить Миру. Хоть прямо сейчас. Меня с ней на самом деле особо ничего не связывает. Это она себе напридумывала. Сонька тоже поймет. Я уверен. Всем все расскажем. Не будет никакого вранья, предательства. Не представляю, как я Климу скажу. Ты знаешь, он хороший человек. И муж очень хороший. И семья у нас хорошая. Сын. Но он не виноват, что... Что ты его не любила никогда? Ну что, какие мысли? Ну, врет, как дышит он. И как ты это поняла? Ну как, глаза бегают, руки трет, в речи путается. Мне вообще кажется, что связан с грабителями. Например, захотел своих же кинуть, чтобы потом заработать побольше. Ну, что ж, версия-то рабочая. Да? Да. Молодец, Ватсон. Ну что, будем сажать ему хвост. Рад стараться, товарищ начальник. Назад, Люда, я знал в этом городе как-то за путом. Да вы что? Все родное, все свое, что-то сейчас.
все. Да, конечно. Приехал, как будто бы чужой край. Настолько все изменилось. Время. Мира, привет. Вот так сюрприз. Да, сюрприз — это то, что ты после командировки не домой, а сразу на работу поехал. Ты знаешь, как всегда, куча дел. Знаю. Поэтому тебе чистую рубашку привезла. Вот это вовремя. Спасибо тебе большое. Прости, бегу. У меня через 5 минут зум с подрядчиками. Как раз успею переодеться. Спасибо. Все, работаем. Угу. Улыбочку свою глупую с лица снимай, когда с начальником разговариваешь. Что? Что слышала? Не надо лезть к чужим женихам. Или я за себя не отвечаю. Привет. Привет. У тебя есть время? Мне нужно поговорить. О чем? Мне кажется, Алик мне изменяет. Почему ты так думаешь? Потому что он в последнее время изменился. Он постоянно о чем-то думает. Отдалился от меня. Стал невнимательный. Он точно мне изменяет. И у меня есть подозрение, я знаю, с кем. Со своей лохудрой секретаршей. Она ведь даже одеваться нормально не умеет. Садись. Мир, возможно, он просто волнуется из-за предстоящей свадьбы. Ничего страшного. Думаешь? Я уверена. Я все равно переживаю. Подскажи, как удержать Алика? У вас ведь такой хороший брак с Климом. Как тебе это удается? Может, не надо удерживать? А зачем? Глубоко. Мам, слушай, мы тут с Соней написали реферат. Темную материю. Можешь, пожалуйста, почитать и сказать, понятно написано или нет? А давай позже, я по делам убегаю. Мам, это все 5 минут займет. Ну давай не сейчас, я же говорю. Я убегаю по делам. Тем более, я думаю, это ваш реферат про темные материи, все это очень хорошо. Про темную материю? Это у нее творческие приходы. То есть? Ну, она снова рисовать начала. Да, я видела. И у нее началось, как у всех творческих людей, взгляд стекленеет, все время погружается в какой-то свой внутренний мир, вечно спешит куда-то, надо ей. Знаешь, я так рада за твою маму. Ей обязательно надо самой рисовать. Глядишь, и у тебя тоже какой-нибудь талант скоро откроется. Да, в кулинарии. Или в астрономии, например. Но если у меня взгляд стекленеть начнет, обещаешь мне об этом сказать? Обещаю. Слушай, Мира думает, что у тебя роман с какой-то секретаршей на работе. О, Боже. Ой, мне холодно. Я, конечно, ее успокоила, соврала, но это отвратительно. Послушай, мне кажется, пора, наконец, всем сказать правду. Будь что будет. Я готов. А я не готова. Жень. Я не готова. Ты что? Останься. Послушай.
Ну, ты же знаешь, что я женатый. Разводиться не собираюсь. Знаю. Женат. Женат. Но счастлив. Ну, и чего ты к Виоле это такая? Как подготовка к свадьбе идет? Ну, я просто устала. Столько дел, я ничего не успеваю. Понятно. А этот деятель тебе, конечно, не помогает. Нет, не помогает. Как обычно, своими делами занят. Ну, не переживай, я приеду, мы его быстро взбодрим. Я все тебе помогу. Спасибо. Алик ведь единственный сын у меня. И для меня важно, чтобы он был счастлив. А его счастье это кто? Это ты. Так что выше нос. Все будет хорошо. Спасибо. Доброе утро. Доброе. Какие-то вопросы ко мне? И даже предложения. Как интересно. Интересно не то слово. Узнаете? Откуда это у вас? Ну, это еще цветочки. У меня тут целое досье. Что вы хотите? Я хочу, чтобы завтра вы написали заявление по собственному желанию. Хорошо. Но это еще не все. Вы же понимаете, что такая информация стоит дорого? Нет, не понимаю. 200 000 наличными. И мы с вами в расчете. Знаешь, мы с Соней нашли прекрасный зал для свадьбы. Угу. Я уже звонила администратору, и зал как раз свободен через месяц. А потом туда вообще не пробиться будет. Поэтому, если мы хотим туда попасть, нам нужно подать заявление. Угу. Алик, ты меня слышишь? Да. Мир... Слушай, я подумал, что зал это как-то уж чересчур официально, по-моему. Может, на природе отметим? Летом. Свежий воздух, тенты поставим, место красивое найдем. Мы же никуда так уж сильно не торопимся, да? Можем полгодика подождать. Ладно. Давай летом. Ну, вот и хорошо. Спасибо за завтрак. Все, я побежал. Я вижу, вы приняли правильное решение.
Да. Но вы ничего не получите. И заявление я писать не буду. Вы уверены? Абсолютно. Вы об этом пожалеете. Посмотрим. Класс покиньте. Да? Опа. Привет. Привет. Ника, это твоя жена. Женя, я Ника, стажер. Мы можем поговорить? Да. А мне как раз надо к судмедэкспертам отчет забрать. Я пойду. Давай. Садись. Что случилось, Жень? На тебе лица нет. Я... Я должна тебе сказать. Ну? Сейчас... Я... Жень, ну что такое? Говори. Я... Извини. Да, папа. Что случилось? Сейчас я еду. Еду. Отцу плохо. Подожди. Жень, давай... Папа. Папа, ты как? Я сейчас скорую вызову. Я в порядке. Не волнуйся, не надо никакой скорой. Но ты же сказал, что тебе плохо. Я просто хотел с тобой поговорить, а ты не выходила на связь. Не поняла, ты пошутил, что ли? Прости меня, Женька. Папа тебя в последний раз соврал. Я обещаю. Ну... Прощаешь меня. О чем ты хотел поговорить? Я хотел поговорить о той истории 20 лет назад. Просто у меня не было другого выбора. Выбор всегда есть. Ты права. Я поступил малодушно тогда. Получается, я тебя предал. Прости меня, если сможешь. Ты мне сделал очень больно, пап. Ну, ты меня прости. Я тебе столько наговорила. Просто мне сейчас очень плохо. Прям сил никаких нет, как плохо. Держись, Женька. Если тебе нужна будет моя помощь, я всегда рядом, ты же знаешь. Спасибо, папа. Спасибо. Здравствуйте. Я Светлана, менеджер художественной студии, куда ходит ваша Соня. Мира. Очень приятно. Я позвала вас на встречу, потому что у меня есть для вас информация, Мира. Какая информация? Дело в том, что ваш муж
вам изменяет. И я могу сказать, с кем. Но это будет стоить денег. 200 000. Я согласна. Вот, для затравочки. И у меня такого очень много. Как отец? Все обошлось. Ложная тревога. Хорошо. Ну, я, конечно, испугалась. А где деньги из сейфа? Вот. Что надо мне объяснить, что происходит. Ничего не происходит. Хватит! Хватит мне врать. Что с тобой? Ты сама на себя не похожа. Зачем ты деньги из сейфа взяла? Мы деньги копим на обучение сыну. Ты ко мне в отдел приходила. Что ты хотела мне рассказать? Что? Говори. Говори, я жду! Да, я плохая жена, ты мне верил, я тебе изменила все. И кто он? Алик. Это... Тот самый, мы знакомы со школы, у нас был роман, мы по глупости разошлись. Надо же, какая трагедия. Да, сейчас встретились, у нас все продолжилось. Значит, когда ты говорила, что ешь в командировку... Я ездила с ним. Я думала... Ты от подробностей меня избавь, ладно? Ты дурак-то! Вот ты дурак! Я думал, что со мной что-то не так. Привет. А что случилось? У тебя такое лицо, как будто умер кто-то. Я просто в глаза твои бесстыжие сначала хочу посмотреть. Почему вдруг бесстыжие? Что такое? Я все знаю. Что все? Ты, кобель, совсем за дуру меня держишь. Да я знаю, что ты бабу себе завел. Сначала на секретаршу эту твою глупую думала. Мира, успокойся, пожалуйста. Не надо меня успокаивать. Просто признайся сам. Будь мужиком. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я, говорит, в командировку поеду. На один день. Там будет только работа. Вот, полюбуйся. Блин, я сейчас такой голодный, что мне кажется, я бы даже своих уродливых пельменей навернул бы с удовольствием. Кстати, они у тебя очень вкусные получились. У тебя проблемы с формой, а не с содержанием. Потерпи чуть-чуть, мы почти пришли. Сейчас хоть весь холодильник съешь. Мира не будет против, она очень любит всех покормить. Спасибо. Слушай, а клево, что у нас родители дружат, да? Да. И классно, что они в таких хороших отношениях. Нам просто повезло по всем пунктам. Ну, так даже лучше. Ладно, давай все обсудим. Что ты собрался обсуждать? Как тебе нравится меня изменять? Кем? С Женей? Мир, я ей доверяла, а она меня обманула. Так же, как и ты обманываешь. Успокойся. Теперь из-за нее я все потеряла. С таким трудом я столько лет добивалась. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Мир, если ты думаешь, что просто так все с рук сойдет, ничего подобного. Да, больно, ты ненормальная, что ли? Черт возьми. Здрасте.